Друзья, всех приветствую! Меня зовут Юлия Фишер, я дошкольный педагог-психолог. Более 27 лет занимаюсь с дошкольниками. У меня два педагогических образования. Педколледж, после которого я была воспитателем и работала, и Московский городской педагогический университет, после которого я получила возможность работать практическим психологом в детском саду и преподавать дошкольную педагогику и психологию в колледже. Но этим я не занималась. Всю жизнь, 27 лет, я проработала с дошкольниками в детском саду, а потом в своем клубе. Клуб проработал 7 лет, потом я его закрыла, но сейчас работают франшизы по моей интеллектуальной студии Юлия Фишер в Москве, в Московской области и в Калуге. Друзья, на протяжении этих всех лет мы создали тетради для дошкольников многоразового использования, альбомы, блокноты, игры. Всем этим вы можете пользоваться. Альбомы, блокноты и тетради на многоразовой основе. Ребенок выполняет задание маркером, который всегда имеется в комплекте, стирает салфеткой или пальцем и имеет возможность закреплять полученные знания. Этих блокнотов и тетрадей от года до 7 лет по разным направлениям. А также мы являемся создателями и разработчиками мобильного приложения для детей дошкольного возраста, для детей 2-3, 3-4, 4-5 и так далее. Мы в процессе, мы только год пока этим всем занимаемся. Вот. В каждой иконке находятся различные развивающие задания. А также вы можете мне написать вопрос и проконсультироваться абсолютно бесплатно. Почта есть у меня в шапке профиля. Там, кстати, вы найдете ссылку на приложение и попадете в интернет-магазин, где можно приобрести нашу вот такую вот развивающую литературу. Написать вопрос по дошкольникам, по развитию, по психологии и по педагогике. И этот вопрос, точнее ответ на свой вопрос, вы увидите в Ютубе на нашем канале, где уже есть более 1000 таких вот ответов. Прежде чем, кстати, писать, лучше туда зайти. И все ответы разложены по плейлистам. Например, вас интересует занятие дома, или, например, сон, или еда, или горшок, или грудное вскармливание. Девочки задавали подобные вопросы, и мы их разложили по плейлистам. Если у вас вопрос по занятиям, по развивашкам, допустим, дома, заходим в такой же плейлист, смотрим тогда, если вы не нашли ответ на свой вопрос, тогда можно его задать и ответ получить в Ютубе, в видео-ответе. Можно, кстати, и в Инстаграме некоторые ответы услышать, некоторые я и сюда выкладываю. Еще я могу с вами поделиться франшизой своего развивающего центра, если у вас есть желание в своем городе открыть подобное заведение для дошкольников. Франшиза полностью упакована под ключ, расписаны занятия, какую мебель купить, какое помещение выбрать. Я обучу ваших педагогов, ну, в общем, все как положено. То есть начнем бизнес вместе. Суммирую все, чем я могу вам быть полезна. Вы можете у нас приобрести развивающую литературу для дошкольников и не сомневаться, эта литература сделана по федеральному государственному стандарту. То есть она соответствует всем нормам образования, по возрасту забита и по педагогическим задачам. Также вы можете приобрести у нас развивающие игры, мобильные приложения для дошкольников, задать мне вопрос по дошкольникам, по своим деткам, по развитию и приобрести у нас франшизу. Под нашим брендом «Все знайки» вы найдете в Инстаграме и тетради, и мобильные приложения. До встречи!